Как ты, Белочка? Хорошо спала? Нет. Нам нужно продолжать идти. Она не перестает пинаться. Тогда не иди. Пойдем. Гони! Давай, давай, беги! В идеальном мире ничего из этого не случилось бы. Андроиды каждый день были частью нашей жизни. Горячий шоколад? Но одной ночью все изменилось. От продюсера Бэтмена. Мы должны добраться до Бостона раньше, чем я рожу. Только там безопасно. Как долго это будет? 2 недели. Если ты найдешь для нас безопасный путь, то я пойду. Я веду войну против врага, который буквально никогда не спит. Машина убийства. Они не остановятся, поэтому мы все покойники. Мы должны пройти через ничейную землю незамеченными. Никаких блокпостов. Никаких людей. И целая куча андроидов. Мы должны быть тихими. Бесшумными. Мне нельзя проронить и звука. Беги назад! Хлоя Грейс Морец. Мы не сможем от них убежать! Это наш единственный шанс! Восстание андроидов ведет к исчезновению человечества. Мы все запрограммированы. Я бы убил за тебя, я бы умер за тебя, так и за нашего ребенка. Чтобы выжить. Сынок, я дам тебе единственную вещь, что осталось у меня. Шанс. Мать-андроид.